Жительницам Челябинска предлагают бизнес на шпильках. Проект с таким названием стартовал в областном центре. Более 30 женщин разных возрастов смогут воплотить свои бизнес-идеи в жизнь под руководством менторов. Причем программа подразумевает обучение с нуля, то есть с регистрации ИП и до реально действующего стартапа с реальной прибылью. Татьяна Гладилина – одна из участниц проекта. Много лет она мечтает открыть ателье по созданию авторских сумок из кожи и дерева. И теперь появился шанс на реальное воплощение. Сейчас формируются прототипы нескольких линеек, просматривается, какое оборудование в зависимости от операции необходимо, и исходя из этого уже будет формироваться вижен цеха с тем оборудованием, которое необходимо, ну и параметры помещения, где будет устанавливаться это оборудование. Поэтому я сейчас нахожусь в таком начальном этапе. Организаторы тренинга – Комитет женского предпринимательства «Опоры России». Проект «Бизнес на шпильках» рассчитан на 2 месяца. Тренерами стали более 20 действующих бизнесменов. Работать с участницами будут индивидуально, в зависимости от бизнес-идеи. Кроме того, будут организованы и общие мастер-классы. Как вывести продукт на рынок, как его спозиционировать, как отстроиться от конкурентов. Это реальные больные точки малых начинающих предпринимателей, и поэтому очень здорово об этом рассказывать. У них очень пытливый, глубокий ум, они вдумываются, слушают, задают вопросы, это очень здорово. В итоге проекта каждая из участниц запустит собственный стартап, а лучшим вручат стеклянные кубки в виде туфель. Отмечу, что проект поддержал губернатор Борис Дубровский.